Боевая техника начищена до блеска. Рядом с каждой машиной плакаты с характеристиками. Это не выставка современного российского вооружения. Более 200 представителей воинских соединений воздушно-космических сил прибыли на сборы, цель которых еще раз обратить внимание на нюансы обслуживания боевых машин. Ведь впереди переход на летний режим эксплуатации вооружения. На местах хранения техники разрешается проводить следующие виды работ. Постановка техники на хранение, техническое обслуживание в процессе ее хранения, подкачку шин, подзаряд аккумуляторных батарей малыми токами. В 5-ю дивизию прибыли командиры войсковых соединений и их заместители по материально-техническому обеспечению и вооружению. Перед ними выступили в том числе и представители предприятия, которые занимаются ремонтом и сервисным обслуживанием боевой техники. Нужно только правильно выполнять все инструкции, которые прописаны в руководящих документах, которые у нас присутствуют с изделием, которые мы отгружаем, правильно их выполнять, вот, не откладывать, потому что режимы, как мы сейчас смотрим и рассматриваем зимние-летние периоды, очень важны для нас. Нужно обращать внимание не только на то, что написано, ну и думать о том, что какие-то моменты могут возникнуть нештатные ситуации. Для этого мы тоже всегда оказываем содействие, участвуем и выезжаем на полевые сборы вместе с ними и работаем вместе. Сборы проводились под руководством заместителя главнокомандующего по материально-техническому обеспечению генерала-майора Забита Хаирбекова. Участникам были показаны этапы проведения сервисных работ для каждого образца вооружений, а также места хранения боевых машин. Все жизненно важные циклы здесь соблюдаются. И условия температуры, и сами тентомобильные установки, заводы изготавливают, исходя из тех районов, из тех температурных условий, в которых мы эксплуатируем не только технику, но и сами эти здания. Не случайно военные сборы проводились именно в 5-й дивизии ПВО, расположенной на территории поселения Горки Ленинские. Сейчас она является настоящей гордостью воздушно-космических сил России. В 2017 году решение министра обороны в этой воинской части, в управлении 5-й дивизии ПВО, Горки Ленинские, были возведены блочно-модульный городок и тентомобильные укрытия. Построены современные мобильные комплексы заправки и пункты технического обслуживания вооружения. И поэтому эта часть одна из лучших по своей оснащенности. И на этой позиции мы сегодня проводим сборовые мероприятия. Переход техники с зимнего на летний режим эксплуатации в вооруженных силах Российской Федерации планируется в течение апреля и мая. Максим Козлов, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видное ТВ.